Союз европейских футбольных ассоциаций объявил страну-хозяйку чемпионата Европы по футболу 2024. Ей стала Германия. Процедура была прозрачной, а выборы демократичными, подчеркнул глава УЕФА Александр Чиферин. Соперником Германии в борьбе за голоса 17 членов исполнительного комитета была Турция. До этого она трижды пыталась добиться права проведения турнира в 2008, 2012 и 2016 годах. И также безуспешно. В пользу заявки Германии сыграл ее опыт организации крупных соревнований и богатые футбольные традиции. Кроме того, инфраструктура к чемпионату готова практически полностью. Комитет также учел и относительно благоприятную ситуацию с соблюдением прав человека. ФРГ уже становилась хозяйкой европейского первенства в 1988 году.